Всем привет, ребятушки мои дорогие. Ну что же, мы продолжаем проходить наш Bad Piggers, в котором у нас красные шарики и всякие остальные прикольчики. Так что погнали. Так, у нас тут очень прикольные квесты, на которых нам нужно летать, используя шарики и вот такую вот подушечку-пердушечку. Так, мы тут забираем. Так, интересно, этот челлендж у нас на время или нет? Нужно сейчас проверить. Скорее всего, ребята, он на время, да, он у нас на 12 секунд, поэтому нужно нам сейчас быстренько все будет сделать. Я думаю, можно использовать этих же персонажей. Так, летим без остановочки. Давай! Нет, ребят, вся проблема, скорее всего, у нас была в конструкции, и нужно ее поменять и сделать что-то другое, что-то более интересное, но нет других вариантов, только так. К сожалению, ну, что ж поделать. А когда нам падать-то начинать? Так. Давай! Да нам там чуть-чуть не хватило. Так, испытание на время я просто не люблю, ребят. Просто не люблю, я надеюсь, вы тоже. Поэтому мы его пропустим. Мучиться из-за тех пару секунд, я думаю, нет смысла, мы и так все прошли. Лучше мы продолжим вот здесь. Посмотрим на следующий уровень, который нашему шарику предстоит пройти. Так, только давайте вместо викинга поставим вот такого шарика. Опа, в ушаночке. Поехали. Тихо. Что-то, ребята, у нас тут все полопалось. Хотя нормально мы прорываемся. Сюда. Так, отсюда мы сможем доехать. Ой, смотрите, а тот ящик, я не знаю, как нам доставать. Ну, где же финиш? Что? Мы прибыли на финиш, но мы там застряли. Не дело. Так, а если у нас будет такая конструкция? Оп. Получается, вроде бы долетаем. Оп. Оттолкнемся и теперь попробуем туда подлезть. Ай, ладно, с тем ящиком. Чё-то мы его там не достаем. Оп. Давай, пролазь. Отлично. Получилось. Чё, мы тут не собрали ни одного ящика? Вот это, конечно, сложный был уровень. Окей, приступим к 7-му уровню. Ты думаешь, что это у нас точно получится, ребят? Это гарантированно. Так. Оп. Можем один убрать. Тихонечко. Ой, тут еще на время, но мы успеваем. Есть. 5 секунд. А, мы на 3 звезды пришли. Вот это было круто. Так, что же предложит за испытание свинки нам в этот раз? Опять какие-то вентиляторики и все это прочее. Ну ладно. Ладно. Так уж и быть. Так, тихо. Эти мне еще понадобятся. Оп. Я не знаю, будем. А хотя можно выполнять и на время, да? Так. И мы застряли. Что ж ты будешь делать? Так, они мне не нужны, эти шарики. А нет, без них мы тут не выйдем, оказывается. Окей. Не люблю я опять эти уровни непонятные. Так, ну вот же нормальная тачка, давай. Ты сможешь.
И мы что, не выйдем отсюда? Так, значит, план у нас другой. Зайдем-ка мы сюда и попробуем побивать каких-то прикольных вещей. Я хочу бокс, чтобы сделать бронированную, ребят, тачку. Прикольно будет выглядеть. Так, ну это надо, мне это надо. А ну-ка еще раз. И бамс. Так-так-так. Оп. Что это у нас тут? Двойная эта штука. Двойная нам очень понадобится. Она очень даже прикольная. Попробую я выбить еще разочек. Вдруг что-то более полезное. Окей. Ладненько. Оп. Здорово. Запускаем. И бац. Так, тут у нас выпал моторчик. Как мне надоели эти моторчики. Давайте поставим вот такой вот бокс. Так, и вот эту сдвоенную. Да. Что это у нас тут? Носочек. Интересненько. Это у нас такой грузик. Носочек новогодний, да? Хорошо. Ну что, тут 8-й уровень посмотрим. А, это этот уровень. Непонятный. Ну ладно. Сейчас мы тут перестроим немножко нашу конструкцию. О, наверное, ребят, не выйдет, потому что я только что не склеил это все дело клеем. Так, так, тихо, не лопайтесь. Давай! У-ху! Так, сейчас мы это все дело склеим, и я думаю, быстрее пройдем. Потому что наш шарик недоволен. Всего лишь мы там прошли на одно положение. Да ну это просто издевательство, ребят. Это просто какое-то издевательство. Мы, кстати, даже не долетели. Так, аккуратненько слазим. Не лопаем наши шарики. И отсюда, да? Оп. А, на время не успели. Ну что, мы взяли что? Мы взяли ящик. Ну, почти прошли. Так, давайте вернемся в 9-й уровень. Построим еще что-нибудь. Так, вот, кстати, зачем мне эта штука? Сейчас мы и посмотрим. А зачем она нужна была тогда? Давай! Не долетели. Да ты чего? Ну куда ты опять сломался? Ой, ребят, это просто ужасные уровни. Так, что же мы делаем неправильно? Ну, наконец-таки. Не буду даже тут второй брать ящик. Главное, что мы хоть как-то здесь прошли. А ну-ка, зайдем-ка и покормим нашего малыша. Возьми бук. Бурик. Так, он ест. Эй, ты чё не растешь? Ну-ка, на тебе. Оп, мороженка тебе, пироженки. Так, ребят, этот чудик как-то странно это все дело берет. Ой, какой большой. Ну что ж, ребятки, вот такая у нас получилась серия. Если вам понравилось, то что
Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока-пока.